Об итогах социально-экономического развития района, организации летнего отдыха и занятости детей и подростков, в вопросах содержания дорог района и их ремонту говорили на заседании районной коллегии. В состав коллегии вошли представители районной власти, их заместители и главы сельских советов. На повестке дня рассмотрели три наиболее актуальных вопроса. Социально-экономическое развитие Рассказовского района – одно из приоритетных направлений. Рост собственных доходов к соответствующему периоду прошлого года составил 16%. Основой формирования доходной базы по налогам и неналоговым доходам является налог на доходы физических лиц. В общей сумме поступлений районного бюджета его удельный вес занимает наибольший 62%, или 11 миллионов рублей, что на 14% превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Обсудили вопрос организации летнего отдыха и занятости детей и подростков в этом году. Существует норматив, утвержденный Федеральной службой по труду и занятости. Он составляет 10% от подростков в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории того или иного муниципального образования. На сегодняшний, в этом году, планируется трудоустроить 74 подростка. Коллегия администрации района является совещательным органом, на котором рассматриваются важные вопросы управления районом, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления. Алена Миронова, Никита Желтов. Новости ТВ Рассказово.